І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за парібрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Російські пропагандисти вже готують свій народ до отрицательного наступлення з міста Бахмут. Послухайте, що кажуть в ефірі Скабєєвої. А якщо по направленням, кратко буквально, Купянское направление, работает авиация, артиллерия, противника держим. Артемовское направление, задача не дать продвигаться по флангам. Если они по флангам проходят, придется уходить из города, потому что будут накрывать сверху. Нам самим придется без сопротивления отдавать этот, в смысле, этот в общем-то, кровопролитный населенный пункт. И ось поки російські терористи щодня б'ють по мирним житловим будинкам українців, буваючи тисячі людей та дітей, кремлівський диктатор та воєнний злочинець Путін все цинічно перекручує. Той виліз з бункера на зустріч з воєнкорами і наговорив такого маразму. В отличие от сьогоднішніх властей України, не можемо діяти терористичними методами. У нас все-таки государство, страна, а там режим. І вони діють на самом деле, як режим, основанный на терроре. У них очень жесткий введен контрразведывательный режим. Военное положение. Но я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. На этом самом, на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши. Государство российское не имело к этому никакого отношения вообще. Я вас уверяю вас в этом. Но никакого. Говорю совершенно откровенно, прямо и честно. Вообще никакого, нулевое. Да, там были люди из России, которые там пытались поддерживать местное население и так далее. В конце концов, нас, конечно, вынудили встать на защиту этих людей. Просто вынудили. И 9 лет. И мы пытались искренне договориться о том, было трудно договориться о том, чтобы как-то склеить юго-восток Украины со всей страной. Но мы искренне стремились к этому. Теперь мы знаем, что наши так называемые партнеры нас просто надули. Как в народе говорят, кинули просто. И не собирались ничего выполнять, оказывается. Ну и все дошло до сегодняшней ситуации. А ще той, по суті, визнав, що це його терористи підірвали Каховську ГЕС. Так як їм це вигідно, адже це стримує, на його думку, контрнаступ Збройних сил України. Скажу странну річ, але тим не менше, к сожалению, це сорвало їх контрнаступлення на цьому напрямку. К сожалению, почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Ну вот, поскольку такой разлив произошел, то и, соответственно, и наступление не состоялось. Но... Ще пропагандисти розповідають про те, що мета Заходу – це розгойдування ситуації всередині РФ. Але, на їхню думку, це неможливо, оскільки вся країна згуртувалася навколо президента. Ну, тобто царя. І для підняття бойового духу гості у студії пропонують виставляти підбиту техніку на протипосольств країн, які її постачають, а також на площах. Американцы не хотят сейчас себя связывать 5-й статьей. Это однозначно Вашингтонского договора. Задача в другом. Задача – это борьба с нами и раскачивание. Я вот это хочу подчеркнуть. Раскачивание ситуации у нас внутри. Не пробить там еще одну какую-то брешь там в обороне. Это там тактические задачки, которые не получаются однозначно сейчас. И я очень внимательно послушал вот этих молодых ребят, которые общались с нашим президентом. Раненые ребята. Ну, выздоравливающие ребята. Все абсолютно готовы, хотят вернуться и дальше работать и бороться за Россию, за нашу безопасность. Это говорит о том, что есть, вот то, о чем президент сказал, есть эта консолидация общества, это не фраза. Единая страна. Единая страна, да, абсолютно, так сказать, там разные переживания, есть эмоции. Но эмоции все сводятся к одному. Давайте вдарим. Давайте вдарим так, чтобы мало не показалось. И давайте, так сказать, обязательно победим. Нам важны эти военные трофеи. Давайте не скрывать, они имеют важное и символическое, и пропагандистское значение. Поэтому я бы приветствовал, не сейчас, а вот по ходу того, как будет развиваться ситуация, появятся такие возможности, доставка трофейных и подбитых образцов западной техники в Москву. Часть из них пойдет в специализированное конструкторское бюро и научно-исследовательские институты Министерства обороны для изучения, а часть надо выставлять. Например, подбитый «Леопард» можно выставить перед зданием посольства Германии в Москве. Другую западную технику продемонстрировать либо на площади Белорусского вокзала, это тоже символизм определенный. Ну и, конечно же, безусловно, важно отметить, что главный удар Украины еще впереди, надо готовиться, отслеживать и полностью не предаваться сейчас шапкозакидайским настроениям. Вернемся. І ось як тільки почався український контрнаступ, Маргаріточка Сіманян випадково
Ну, так співпало, що вона вирішила прорекламувати центр з набору контрактників-добровольців у Москві. Та пограла у закордонну приставку, проінспектувала їдальню та навернула тарілочку гречки. На спецвипуск сьогодні ви бачите, що відбувається на фронті. Мені захотілося показати, куди приходять люди і хто ці люди, які йдуть служити, які йдуть відражати це контрнаступлення. Пойдемо внутрі, да, посмотримо. Значит, здравствуйте. Меня зовут Иван. Вы молоденький такой, сколько лет вам? 18. 18? Да. Обалдеть, вы, ну, фактически, вы по срочке должны прийти. Да, но не горел желанием служить срочной службе. Я горел желанием попасть на передовую. Ну, честь, я такой первый раз слышу. Обалдеть. Я срочно не хотел служить на передовую. Почему? Ну, то, что я служил срочную службу, от меня не будет толку, а там от меня будет. Был бы толк. Я как правильно воспитали. Уложуха. Мы пойдем по пути контрактника, в принципе. Да. Прибывая, он попадает сюда. Опять ребята здесь сидят, смотрят телевизор. Даже, кстати, есть вон PSP. Да, елки-палки. Три дрона я убила за 5 секунд. Министерство обороны выплачивает денежное довольствие 204 тысячи, не меньше. И сюда можно зайти. Пойдемте. Может, люди не хотят. Нет, нет, пойдемте, пойдемте. Уважаемые товарищи. Можно вам зайти на минуту? Здравствуйте, дорогой бой. Елки, вся семья. Вся семья, серьезно? Семья, серьезно, да. Сын в ноябре ушел в 25 лет. И вот теперь моя очередь. Обалдеть. Вы за сына идете? Вы за сына и за убитую свою. Сын когда ушел? В ноябре. Не по мобилизации, то есть, да? Он добровольно ушел. Мы взяли по мобилизации, мама была против, он через госуслуги, и тогда не ушел, ей на работу позвонили, сказали, сын, все, вперед. Красавец, где служит? В ЛНР. Вот дай бог здоровья, берегите себя. Спасибо вам большое. Берегите. Я все время вас передачу смотрю. Спасибо вам. Спасибо. Смотрите, ну, ребята могут покушать. Ух ты! Причем... Здрасте. Здрасте. Бесплатно. Бесплатно еще, да? Чем да, вас тут да, кормят, да. Вкусненьким? Так, тут салатики. Что это сочная компания? Сосиска в тесте, как в моем детстве. Сосиска в тесте. Да. Бесплатно кормите, да? Конечно, конечно. Отлично. Ты проходишь на месте весь медицинский отбор, включая, внимание, мобильный цифровой кабинет флюорографии. Вы видели вообще такое? Круто, конечно, вот круто. В Москве вот так умею. Я не знаю, как в других городах. Если у вас не так... Учитесь. Для поддержки морального духа тут прямо на входе еще музыка. Да, да, конечно. Аким Апачев, Донецка с любовью. Ой, Аким крутой. Причем даже для детей есть место, детская да? площадка. Да? Покажете? Да, пойдемте. Посмотрите, какие беседки, георгиевские ленты на них. А вот даже для детей столики, там какие-то игры, счеты. Все здесь же гречневая каша солдатская, чтобы привыкать. Да, да, это наша бомбовая знаменитая каша. Ой, как пахнет ваша каша. Чуть-чуть, чуть-чуть, Маргарита, надо попробовать. Я же на диете. Все специально подстроили. Ну все, 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 я только попробую. Здравствуйте, товарищи, можно с вами? Здравствуйте. Вы уходите? Да. СВО? Да. Водовая. Водовая? Вас как зовут? Тимур. Меня Маргарита, а вас? Водовая. Очень приятно. Вы уже служили, наверное, да? Нет. Нет? Первый раз? Как так решились? Так решился. Сколько лет вам? 32. 32? Моложе выглядите гораздо. А вам сколько лет? А мне 61. 61? Да. Разве не до 50 берут? Нет, берут 61. Да? Как вы так решили? Да. Надо помочь своим. Поэтому? Да. Или за денег? Нет, и это. Вам спасибо. Будем стараться. От всех вот нас. Мы о вас, братцы, молимся каждый день. Мы благодарны вам, мы ждем вас. Мы знаем, что кто-то из вас погибнет и не вернется. Кто-то вернется не таким здоровым и целым невредимым, как он был. Но большинство, конечно, вернется целыми невредимыми. Но все вы наши герои. Спасибо вам большое от всех нас, кто остается здесь. И от женщин, не только от женщин, от мужчин, кто остается. Я возьму себе смелость сказать от родины. Спасибо. Якщо комусь раптом цікаво, то Бобраїдка таки не збирається давати задню. Вона впевнена, що громадяни Росії готові заплатити будь-яку ціну за те, щоб Крим залишився російською територією. Это что тогда считается победой Российской Федерации? Я сам не знаю, что такое победа Российской Федерации вооруженных сил. Образа победы в России тоже не сформировано. Здесь идет дискуссия. Что такое победа для России? Но я хочу просто... Что такое победа для России? Ну, я не верховный главнокомандующий, не оставляю, не отвечаю за всю Россию. Я могу вам сказать, что... устроило бы меня. Значит, безусловно, с нами остаются наши новые регионы, которые уже наши новые регионы, это не обсуждается. Это наши регионы, это наши конституции. Это может нравиться людям на Украине, не нравится, но это то, за что мы будем биться, чего бы это ни стоило. Понимаете, все вот эти вот рассказы, меня так это поражает, с той стороны, и западной, и с украинской, что вот мы заберем Крым, а потом, дескать, будем разговаривать. Граждане, вы в себе. Какой вы заберете Крым? Я не знаю такой цены, которую наш народ не заплатил бы за это. Это, ну, просто это какой-то, мне кажется, бред. Это нужно настолько не понимать Россию, настолько не понимать русский народ, российскую власть, вообще состояние вот нашей души, что мы думаем и знаем, чтобы вообще даже это вслух такие вещи говорить, да? То есть это мы не берем. Новые наши регионы остаются нашими новыми регионами. Это часть победы. Это не вся победа, это часть победы. Второе. Те регионы, которые не являются сейчас по Конституции нашими, но хотят быть нашими, тоже становятся нашими. Потому что как у вас там мучили Донбасс и ЛНР, а что, Одессу не мучили?
Вот эти люди, которые горели заживо за русский мир. Вот победа – это забрать всех, кто хочет и должен быть с нами, хотя бы для того, чтобы их не мучили. Даже мы сейчас не говорим об исторической справедливости. Если мы говорим о том, где наша победа географически, в том смысле, что какие части Украины должны стать Россией, те части Украины еще, не знаю, там, Харьковская, ну много же там, которые частью России быть хотят. А нам здається, коли буде надто гаряче, то росіяни готові розлучитися не лише з Кримом, а й Сімоняни, і з усіма ось такими кремлівськими пропагандистами. Щось он і Путін вже на Шойгу образився, мабуть, за його тактику бити по житлових кварталах. При виконанні воїнського долга звання Героя Російської Федерації присвоєно. А на російському каналі НТВ такий собі музикант Лундстрем, який заявив, що потрібно зробити так, аби українці, які зараз воюють проти РФ, потім воювали вже за неї. Але ось у студії його закликали закатати губу та залишити свої бажання при собі. Тому що нам потрібно, щоб, як це було 20 років назад в Чечні, щоб зараз пройшло точно так же. Ті люди, які воюють проти нас зараз, повинні в будущем воювати за нас. Може, це єдине, взагалі... Ну, поки тільки ваші пожелання. Для этого мы должны сказать, что это желание. Но это правильное пожелание. Это правильное пожелание. К этому надо стремиться. Давайте уже реализм тоже, так сказать, не отрываться от реальности. Вот что важно. Нет, подождите. Подождите, пожалуйста, секунду. Формулировать такие пожелания. Что вы пристали к молодому человеку? Что он неправильно сказал? Стремитесь. Он что сказал? Что мы, я не знаю, там сейчас весь мир будет говорить на русском языке, и все будут за нас. Он же нет, не сказал. Он абсолютно правильно определил цель, к которой нужно стремиться. Это будет тяжело. Это будет долго, но это единственное, что нужно добиться. Потому что тогда все, что происходит сейчас, не имеет никакого смысла. Быстро добьемся такими темпами. Можно два слова? Давайте, теперь ничего не говори. Ну і настанок. Такі собі російські активісти, які бігають і збирають підписи на підтримку так званої спеціальної воєнної операції, щось останнім часом зустрічаються менше тих, хто готовий поставити свою галочку підтримки. Аргументи на активістів не діють, бо всіх незгодних, з їхньою думкою, вони вважають прокаченими. Город Хабаровск, давайте подойдем. Ага. Вот я за что. Здравствуйте. Да. Сколько там людей погибло? Это про Донбасс говорят. Я на кладбище видели, сколько аллеи ангелов лежит, наших парней было. А почему? А почему? Почему? Не надо было туда лезть. Куда лезть? В Украину. Украинцы лезть, это наша территория. К чего она вдруг стала наша? А, вам сколько лет? 70. Вы знаете, что она незаконно вышла из состава Советского Союза? Почему это она незаконно? А вот так. Так мы вам предлагаем... Не так. Все 15. Так мы вам предлагаем оставить подпись, дать правовую оценку. Это фашистское государство. 5 государств признали Россию агрессором. И что, о чем это говорит? Опять государство. Подожди, о чем это говорит? Что против нас объединилась опять вся Западная Европа. Да, не вся Западная, 45 государств, это не подождите, Европа. Какая? Это весь подождите, мир. Подождите, не весь мир. Вы знаете, только, друзья, человек полностью прокачанный, ну что делать? Я у него вы обмануты. Вы обманываете, что Россия на кого-то напала. Это ложь. Так мы на чьей, кто на чьей чужой территории? Как? Мы на своей территории освобождаем. Мы свою территорию освобождаем от фашистов. Да, друзья. Это я вам говорю, пойдем Прибалтику освобождать. И это тоже будет. Да. Армению, Грузию. Конечно. Да, друзья, ну что делать? Вот такие у нас люди ходят, бродят. Ладно, пока. Возьмите газеточку бесплатно. Поддержка спецоперации. Да, народ на своей волне, идут в торговый центр. Народ. Как это? Это отечество наше! Как? Вот так вот. Вот так вот. Возьмете бесплатно газетку, поддержка спецоперации. Возьмете? А подпись оставите? Поддержите наших ребят. Да, друзья, народ на своей волне. Коллективный иск по расследованию закону развалу Советского Союза. Вот за что подпись. Дедушка? Он наш национальный лидер. Какой дедушка? Дедушка, это у внучка. О, видишь как, друзья, вот такие тут ходят и такую пургу метут. Это абсолютно прокачанные люди. Ну что делать, кто-то там обделался. Да если б не Путин, вы бы давно уже закопали бы вас. З вас лайк, з мене наступний випуск.